утро, вы смотрите новости, с вами Егор Матаев. Начнем выпуск с новостей о погоде. Сегодня температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, без осадков. А вот ночью столбики термометров опустятся до плюс 13, плюс 15 градусов. Также без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Детские лагеря Алтайского края откроются этим летом. Какие ограничения будут на летних сменах и как будет проходить сезон? Подробности расскажет Дмитрий Дроздов. Объявляется подъем. Всем доброго утра и хорошего дня. Утреннее приветствие директора оздоровительного лагеря «Спутник-2» и других лагерей Алтайского края дети смогут услышать не ранее 15 июля. Таков приказ Роспотребнадзора. Но подготовка к смене уже завершена. Все меры профилактики распространения COVID-19 учтены. Все лагеря центра «Каникулы» приготовлены к началу летней оздоровительной кампании 2020 года. Выполнены все необходимые мероприятия. Также прошла приемка всех загородных лагерей. Каждый лагерь получил положительный акт приемки и готов принять наших детей. Ограничительные меры на работе детских лагерей, безусловно, скажутся. Количество мест в корпусах ограничено вдвое. Вдвое меньше и кровати в отряде. Дистанция между детьми не менее 1,5 метра. Антисептики в отрядах, в столовой и в медпункте. Короче, будет и смена. Вместо 21 дня отдыха их будет 14. Для дезинфекции помещений закуплены бактерицидные облучатели. Мы считаем, что дети этого не почувствуют в плане ограничений, как вы спросили, на смене, потому что все мероприятия будут сохранены, они изменяют свою форму. Больше будет мероприятий, которые будут на улице, больше отрядных форм работы. Поэтому я думаю, что наши дети не заметят никаких ограничений. Самый актуальный и часто задающийся, наверное, вопрос, да, по поводу проведения дискотек. Я так думаю, что в этом году все дискотеки будут проходить на открытом свежем воздухе, соответственно, площадь будет позволять, и дискотеки будут проводиться, ну, возможно, будут 2 танцевальные площадки, а может быть и 3, либо в параллель будут идти разные тематические дискотеки. Перед заездом в лагерь каждый ребенок привозит стандартный набор документов, где есть все анализы и прививки, дополнительную справку о отсутствии контакта с COVID-19. Родители на территорию пускать не будут. В этом году отменен родительский день. Также детей не будут выпускать за территорию. Если родители хотят забрать ребенка из лагеря, то вернуть его обратно будет уже невозможно. Также в лагерях проведены косметические ремонты «Спутник-2». К примеру, горячая и холодная вода заведена прямо в корпуса. Построен новый санитарный блок. Как мы видим, детские лагеря Алтайского края к лету готовы, все профилактические меры предприняты, и поэтому не хватает только одного, самого главного, это детей. Надеемся, что летняя смена у всех лагерей нашего края пройдут очень удачно и не будет никаких проблем. Дмитрий Дроздов, Алексей Михайлов, новости. Порядка 50 видов господдержки в сфере трудоустройства оказывают алтайской молодежи. К ним относятся содействие самозанятости, грантовая поддержка на реализацию проектов в приоритетных сферах экономики и социальной сфере, субсидии, единовременные и подъемные выплаты, а также получение дополнительных знаний и умений в различных областях. Также образовательные мероприятия позволяют молодежи получить дополнительные знания и повысить конкурентоспособность на рынке труда. Я добавлю, ознакомиться с условиями предоставления господдержки можно на сайте интерактивного портала по труду и занятости населения Алтайского края. Адрес вы видите на ваших экранах. Алтайская краевая федерация «Шинкё Кушинкай Карате» с проектом «Научись быть сильным» выиграли президентский грант. Стоит отметить, что это единственная организация, занимающаяся развитием дисциплины «Сёнкё Кюсинкай» в Алтайском крае и организующая спортивные мероприятия. На сегодняшний день в Алтайском крае занимаются более 1000 спортсменов. Цель данного проекта – формирование здорового образа жизни, привлечение большего числа детей и подростков к занятиям спортом, улучшение материально-технической базы и повышение мастерства спортсменов. Сегодня секции этого вида спорта открыты в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а также в поселке Веселоярск. Грант будет направлен на проведение детских спортивных мероприятий, проведение учебно-тренировочных сборов и семинаров для судей. У нас проект начинается с сентября, поэтому все-таки надеемся, что его реализация пойдет успешно. И, соответственно, если мы его успешно реализуем, все проведем, соответственно, конечно, я думаю, что впереди будут новые проекты. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня.